Чтобы добавить нового эксперта в систему, необходимо зайти в приложение «Управление экспертами», нажать кнопку «Добавить» и выбрать пункт «Эксперта». В открывшейся форме необходимо выбрать тип: внешний эксперт или сотрудник компании. Допустим, в качестве эксперта нужно добавить внутреннего сотрудника, в таком случае следует выбрать действующего сотрудника компании. Новая запись добавится в список экспертов. Можно проверить, что добавленный эксперт стал доступен для добавления к объектам системы. Для этого зайдите в приложение «Управление картой знаний», откройте раздел «Значения» и «Классификаторы» и перейдите на вкладку «Значение карты знаний». Затем откройте форму редактирования знания и попробуйте добавить эксперта на вкладке «Значение карты знаний». Как видно, новый эксперт стал доступен для выбора.